Ну вот у нас так подходит к концу два подземелья. Подземелье руны, подземелье алмазиков. И у нас здесь будет босс. Босс, да, не первый раз уже. Босс Эгг Итер. Ну, давайте сейчас его победим. Все по классике жанра. Теперь мы воюем уже с сотым левелом, да, первые подземелья, которые у нас идут уже с сотым левелом. Усиляем водомагму нашего демагера, пока что на третьих рунах. Пока там все кайфанули у противника, мы сейчас зарядим по ним чудесным нашим ударом, который к тому же и поджигает. Упс, сгорел. А кто не догорит, Сфирнус его добьет. А даже до Сфирнуса дело не дошло. И же к этому замутнителю рассудка приходим. А, он здесь всего лишь один, там Терра Крэнк 99, Голдфилд. Ну, посмотрим. Успеет ли он кинуть на нас замешательство? Не думаю. Ну, усиляем водомагму. Если противники уязвимы к воде были бы, то усилять водомагму не стоило. Стоило просто бить обычным ударом и по 50% из фирнуса и водомагме раскидать. Но, по-моему, здесь уязвимых к воде у нас не было. Поэтому идет вода магма. А как бы у Сфирнуса тоже был бонус 50. Ну давай, Эгитер, у тебя есть шанс, если ты не сгоришь. Ой, сгорел. Шанса не было. Завершено наше подземелье. Переходим сразу же во второе. И здесь у нас два боя и с ангелочком сразимся в конце. У меня такой ангелочек ждет еще на карте странствий с немеренным количеством жизни. Пора уже тоже к нему заглянуть в гости. Так, в воде опять же уязвимости ни у кого нет. Перепад давления, просто великолепный удар. Так, давайте этого строителя нашего бомбанем. И попрощаемся с ним водомагмой. Так, теперь Сфирнус идет в атаку. Стопроцентное усиление, это, конечно, имба. Эх, остался жив. Ну, что ты будешь делать? Дроп элементов. Хотя жизни, смотри, у него там мало всего лишь. 24 тысячи, но он просто слабо уязвимый к воде и к огню. Так. Что нам рулеточка даст интересного? Ничего интересного нам она не дает. Так, ну что? Решающий бой с этим гадом. Или их будет три? Циан Нейчер, да-да-да. Есть у нас уже такая дамочка. Довольно-таки быстрый, да? Уриэль. Ну ладно, в бой. Не страшен нам серый волк. Перепад давления. Просто сейчас жесть. Водомагма сейчас просто сожжет всех в хлам. Все, прощайте с жизнью. Без шансов. Ничего себе, еще живые остаются. Минус 21 тысяча. Придется добивать. Вот для этих целей я оставил, конечно, этот удар. У Сфирнуса. Он очень хорошо добивает. В подземельях он обычно решающий. Последним, точнее, остается. И один брюлик нам дали.
На этом наше странствие по подземельям завершено, ребятки. Остаются, ребятки, целых 6 минут, чтобы выполнить наше последнее задание. Не знаю, должны успеть. И главное, у нас в конце будет пиратишка. Так, у нас здесь есть кампус, который есть у меня уже. Так, кампус остался цел. У него есть удар, по-моему, с заморозкой. Нет, он наложил кошмары. Ну, подожжем всех дружно. Кампуса вырубаем. Эгнок остался цел. А, заморозка его добила. Да, бывает и такое. И добиваем. И дожарился. Так, ну думаю, у нас еще время есть. Вагон времени. Собираем свои золотишко. И сколько там у нас осталось? За этой табличкой ничего не видно. 5 минут 11. То есть бой занимает у нас минуточку. И вот наш пират. Will Razor Face. Will. Бритва, лезвие бритва. Как-то так. Он у нас... Ага, я думал, он у нас одноногий, но не совсем. О, здесь есть Барбадос. Барбадос, сволочь такая. Так, пират остался цел. Ну, в принципе, не беда. Ладно, давайте Барбадоса будем бить. Посмотрим, как атакует пират, тоже же интересно. Ух ты, сундучок. Вызвал скелетика из-под земли, ну, такое. Барбадос, главное, отдохнул. Всех поджигаем. Двоих выносим. И останется у нас один пират. Ну, как раз хороший бой. Пират нам только и был интересен. Ой, уже не интересен. Золотой остров. Снова забираем своих пару монеток золота. Пиастры, пиастры, ребятки. С этим справились. И, кстати, у нас сейчас идет же акция. Акция на Ноктума. Как, кому как из вас лучше? Кто лучше, Ноктум или Кампус?